Здоровому телу здоровый квест. Посоревноваться в знаниях о ЗОЖ, показать свою гибкость и ловкость предложили школьникам, отгуливающим последний месяц лета. На пару часов территория 3-й гимназии превратилась в спортивно-оздоровительный полигон. Квест-игра «Собери букет здоровья» собрала более 100 детей из разных лагерей дневного пребывания. Перед стартом ребят разделили на 7 команд по 15 человек. 7 станций, где ребята получают заветный лепесток, в конце которого они будут, в конце игры они будут составлять букет здоровья, а на каждой станции свои задания, чтобы получить этот лепесток, нужно выполнить. На станции здорового питания школьникам напомнили, какая еда вредна для здоровья, а какая полезна. Чтобы пройти этап, нужно вспомнить витаминные продукты и расставить их в соответствии с цветом. Там у каждой пирамиды из разных цветов. И на каждом цвете надо написать фрукт или ягоду такого же цвета. Ну, оранжевый, там, мандарин, апельсин, персик, желтый, лимон, банан. О лекарственных свойствах ромашки, клевера и подорожника ребятам рассказали на станции «Аптека здоровья». Клевер отличается тем, что он дает очень много меда. И, как правило, рядом с клевером ставят большие ульи. Еще одним этапом квеста стала проверка осанки. Расправив плечи, подняв подбородок, с грузом на голове дети должны пройти небольшое расстояние. Задача – быстро и безошибочно дойти до финиша. Ребята в это время, да, перед самим конкурсом, должны были подойти и проверить осанку, касаясь пятками, икроножными мышцами, ягодицами, лопатками и затылком стены. Затем отойти от стены. Если им комфортно и удобно, значит, правильная осанка. Если нет, значит, надо делать выводы. Занятие на свежем воздухе не только веселое, но и полезное развлечение. Будет что вспомнить, сидя за партами. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.